приперся, старый хрыч? Ну, ходит еще. Сейчас как он возьму шугану метелкой, будешь знать. Не надо. Не надо. Прости, Надежда. Обрыбишься. Ведь чуть не померла со страху. Вот все расскажу Василию. Когда из больницы придет, будешь знать. Надя, у тебя бражка есть? Есть, да не про твою честь. Плохо мне, Надюха. Ух ты, бедный какой, пожалейте его, гляньте, не допил. Сейчас пойду жене-то вон, расскажу, как по дворам шляешься, попрошайничаешь. Да нету ее! Санечки мои, нету. Все! Нету! Куда ж-то она у тебя, интересно, подевалась?